Здравствуйте, меня зовут Вадим, или можно звать Вадим Мастер. Я хочу вам показать номер в стиле искусства, такое шоу рисования картины на скорость. То есть я буду рисовать картину, она будет выглядеть в виде часов на виниловой пластинке, вот, за 1,5 минуты. Раньше я рисовал баллончиками на стенах, пачкал стены, занимался граффити. Кстати, мой учитель, он живет в Таллине. Он из Таллина, его зовут Андрей. Просто увидел человека, рисующего такие шедевры на улице. Подошел к нему, познакомился. Он говорит: садись рядом, учись. Я взял свои баллоны, пришел, сел прямо на улице и стал учиться. Ну, конечно, сегодня я покажу уже заготовку, да, придуманную тему, то, что я придумал, приготовил для вашей передачи.